161 centimeters tall. He weighs 61 kilograms. Fighting out of Trabzon, Turkey, Neslihan Molaoglu! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. He opening, fighting out of the red corner. This is her debut fight since 168 centimeters tall. Her weighs 61 kilograms. Fighting out of Oral, Kazakhstan, ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Карина Сесенова! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Мені мұқиятындаймыз, стоптан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіздер, ережені тұтпаймыз. Қол алсамыз, бұрыштарыңызға сәттілік. Ну что же, по стердауну видно, что Карина по габаритне своей соперницы заряжена. И уже как будто бы рвется она сделать проход в ноги. Ну что, погнали. Карина занимает сразу центр октагона. Да, хорошая, на самом деле, серия от Неслихан. И видно, что на руках она лучше. Знает, как бить. Но у Карины неплохие удары ногами. Супермен панч. И хорошие вообще, да, кики, но много пропускает. О, такой локоть. Прям без разведки. И выходит она на удушающий, да, прием. Забирает спину своей соперницы. Сейчас посмотрим, что может показать нам МСМК по грэпплингу. Хороший бросок. Я думаю, что много может показать. Забирает уже она маунт. Сейчас будет улучшать свою позицию. И выходит она... Похоже на удушение. Да, ну, пока непонятно. То есть просто она пока что контролирует хорошо. Колено на животе. Излюбленный прием всех бжижистов и грэпплеров. И да, потихоньку она забирает удушку. И, наверное, вот уже, скорее всего, все. Нужно, на самом деле, ноги немножко откинуть ей. Да. Села она в маунт. Ну, собственно, да, это было ожидаемо, когда МСМК по грэпплингу. Ну, все уже, я думаю, да, что это уже конец. Да, плотный захват. Неслихан, видно, что по лицу очень тяжело, хотя... Хотя нет головой, смотрю, как да, защищаться. И как будто Карина забыла о том, что в ММА можно бить ей. Слышу, из угла тоже говорят, что не забывай наносить удары, ты же сверху. Да, конечно, такое... Тотальное доминирование в партере. Да, видно, Карина все, что хочет, как бы, то и делает. Да, проходит ноги, забирает спину, позиционная борьба. Разбивает еще тоже ноги своей соперницы. Бросок. Хорошие, это казахстанские авиалинии. Пока что не понимаю, что Неслихан, ну, ей нужно выбираться отсюда, если она хочет конкурировать, потому что иначе у нее будут очень серьезные проблемы. Полное доминирование, возможно, если, не знаю, это дойдет бой до записок судейских, в чем я сомневаюсь, то, скорее всего, будет 10-8, потому что пока что это просто такая суперпассивная защита. Выживает Неслихан, а Карина делает свою работу, делает ее очень методично. Сейчас, наверное, да, будет выход на армбар. Размягчает Карина Неслихан, чтобы она отпустила руку. Ну, в принципе, и без этого, да, сейчас могут остановить, да, за пассивную защиту. Ну, не спешит. Мне кажется, Карина уже могла несколько раз завершить этот бой. Да, я думаю, надо Неслихан предпринимать какие-то попытки, чтобы встать все-таки с партера. Потому что тут явно видно, что на голову выше Карина ее. Да, растянула, и вот сейчас, скорее всего, остановит за пассивную защиту, потому что... Да. Да. Of round number one, winner by TKO, fighter of the red corner, Карина Сесенова!